Неважно, каким образом вы лишаетесь социального общения, социальное общение – это база эффективного мышления, потому что все наше мышление возникало, и рост мозга был обусловлен именно ростом социальности, ростом способности создавать сложные социальные отношения. И второе, уровень счастья зависит от социальных отношений. То есть если мы приняты, если нас любят, если мы нужны, если мы интересны там, и так далее, у нас хорошее настроение, как только мы никому не нужны, как только мы там, одиноки там, и так далее, Вообще взаимодействие с другими людьми – это труд. Вот. Это стресс. Да, нужно иметь навыки соответствующие, нужно как-то понимать мотивы, как-то пытаться им… Вот можно сидеть гаджет и… Все тебе. Вот. А вообще одиночное потребление, да, нет обратной связи. Да. Не надо делиться, не надо как бы входить в положение, слушать, что он там сейчас тебе говорит и так далее.